Крокус Экспо, Хаус Холд. Сегодня знакомимся с нашими гостями. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Никита Карпук, да, добрый день. Компания All Intelligent. Расскажите, Никита, чем занимается компания? Наша компания дает инструменты привлечения офлайн-трафика для товаров, брендов и розничных сетей, а также аналитику человека-потока. Как это должно работать? Потому что самый главный вопрос, как эти инструменты применять в жизни? Мы работаем, помогаем на трех этапах жизненного цикла. На этапе открытия локации мы помогаем анализировать целевую аудиторию и, соответственно, составлять портрет целевой аудитории потенциальных клиентов. На этапе развития магазина мы помогаем привлекать трафик в магазин, соответственно, чтобы покупатели приходили и покупали больше товаров, а также оценивать конверсию от офлайн-рекламы. Онлайн-рекламы. С кем из ключевых клиентов вы бы хотели познакомиться сегодня на выставке? Интересуют большие бренды, розничные сети, ну как бы, как всех. Вот. Они сегодня будут у нас на стенде, поэтому мы постараемся сделать все возможное, чтобы у вас состоялся хороший, правильный бизнес-нетворкинг, и вы смогли создавать потрясающие продукты вместе. Спасибо большое, тоже на это надеюсь. Спасибо, желаем вам хорошего дня, пусть день будет максимально продуктивным. Вам отличного настроения. Спасибо.